резина, не ошибован. Что тут скажешь? Тут уже помягче, конечно, побольше песочка. Идем пока. Ну, друзья, к вашему обзору внимание. Spark SP200R28. Давайте так, пробежимся. У нас 200 кубиков, 15 лошадиных сил, 4-тактный, 2-цилиндровый, 5-ступенчатая коробка. Ну и по мануалу уже посмотрите в описании под видео. 0-100 мы также замеряем здесь в видео. Ну что, друзья, давайте мы с вами заценим, в принципе, как он едет. Он довольно-таки мягенький, я вам скажу. Вот. Едет очень хорошо по земле. Кочки хорошо глотают, мягенький все. Пластик немножко, конечно, дребезжит спереди на морде, но это такой единственный нюанс, как бы. А так по дороге он очень даже ничего себе видит. На асфальте довольно-таки устойчивый. Довольно маневренный, если тазом грузовой тип. Но вот этот сам по себе, то мягкий. Дорожку, где я бегаю, по сути, и в качестве эндуро его и заценим. То есть по асфальту вопросов нет, все очень маневрен. Ну, конечно, если вам интересно, мы замеряем 0-100, если интересно. Секундомера нет, так наложим, посмотрим. У нас тут дороги не хватает, ребята. Блять, стало не. Ну, короче, вы поняли, там еще пару секунд, и в принципе было бы 0-100. Это пи***ть. Ну ладно, что поделаешь, что есть, то есть. Мы с вами на позиции. Ну что, друзья, мы с вами на позиции. Проедемся как на эндуро. Готовы? Кидает слегка. У нас после дождика, может даже к этой к лучшему, немножко больше будет прохлад. Тут надо по центру, вот тут у нас не очень эти корни торчат, блядь. Будет дребезжать, как не знаю что, как корни проедем. Ёб твою мать, тут Женя. Погнали. У-ху!
песочек. Воу. Воу. Ёб твою мать. Я на не эндуро. Чуть-чуть привставать приходится. Ой, блядь, ой, блядь. Уу. Песка валом, воу. Погнали, погнали. Приоткрою, немножко попотеет все-таки. Ёб твою мать. Бля, не учитывайте, что резина все-таки, а? Ёб твою мать. Резина не эта. Не эндуровская, обычная дорожная. И мы тулим тут, блядь, передок кидает жестко. Ух ты, блядь. 67. О, теперь нам надо перебраться тут. Где-то тут. Ой, блядь. Вот мой эндуро маршрут конкретно, за который я говорил. Поедем. Поедем и затестим. Ух. Тут не погазуешь. Хорошо. Контролируем пока руль. Кидает, конечно, но чем больше скорость, тем лучше контролировать. Но учитывая, оказывается, что не резина не шипованная, не эндуровская, блядь, не внедорожная, а дорожная, то будет кидать, дай боже, еще узкие проемы. Ёб твою мать. Это вообще еще корни торчащие, это такие препятствия. Рискую рисковать. Ёб вашу налево. Что тут скажешь, бля, вот эти поворотики так прикольно. Чувствуешь себя как на NASCAR каком-то, блядь. Мужичок какой-то. Офигел, наверное, думаю, что это он чудит. Ёб твою мать. Это вообще. Или фишканулся, может, что-то тут творит тоже. Так как и мы, блядь. Вообще, опс, заканчивается чуть-чуть дорожка. Погнал, 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 погнал. Хорош. Хорош, идем. Ух ты, бля. Идем, идем. Погнали. Тут уже помягче, конечно, побольше песочка. Ёб твою мать. Спарк, блядь. Двухсоточка вам. Точно, что тут ставь резину, блядь. Нормальную, блядь. Можно ехать. Ёб туда. Ух. Ну, пойдет, пойдет. Оп. Небольшой подъемчик. Хорошо, идем. Хорошо идем. Хорошо идем. Ух ты, ёб твою мать. Ничего, ничего, идем, идем. Идем пока. Это хорошо, что дождиком, блядь, прибило. Сука. Идем, идем, блядь. Ёб твою мать. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь, как тут быть. Первое. Погнали. Погнали, погнали. Это мы едем чисто по перекопу. Вообще четко. Эндуро, блядь. Ёб твою мать. Блядь, руль колбасит. Это вообще жесть. Вообще топ, ребята. Огонь. Что я могу сказать? Вообще.
пушечка едет. Едет, ё-моё. Вы посмотрите на эти дороги. Вообще хорош. Малыш. Маленький такой. А смотри, какой шустрый, резвый. Молодец. Ну и посмотрите на мои ноги. Это вообще надо боты, да, бывают, конечно, боковушки, всякие коряги, что-то торчит, по ногам дают. Поэтому обязательно имейте в виду. Ну а какая у нас природа, окрестности. Круто, в принципе, есть где погонять. Был бы эндурик, тут бы можно было бы чудеса сделать, по таким окопам кататься жестко. Смотрите, какое у нас здесь отображение циферблатика, все скоростя, как положено у нас здесь, общий километраж, температура двигателя, время, то есть... Все есть, все чётенько, всего этого достаточно. Огонь. Даже тут носит. Ну что, ребятки, вот такой у нас получился контент интересненький. Я думаю, вообще было бы круто действительно зарубиться на эндуриках, тем более в наших окрестностях есть где покататься. Взять бы где-то эндурик. Ну, от вас что? Подписка, лайк, комментарий. Делимся этим видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми, чтобы быстрее набрать подписчиков. Помним, что на 10 тысяч подписчиков у нас классный розыгрыш. Это вообще основа основ, цель сделать это. Ну, в принципе, и все. Если вы не здесь, то вы нигде.